Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру TS5 Skyrim. И мы продолжаем бегать по этим подземельям, воевать с этими роботами, тараканами этими и вообще со всеми. К примеру, вот это вот таракан, это очень-очень опасная фигня, слюна которой может нас очень даже быстро убить. И так что надо от него убегать и шансы ей не давать, и даже близко подойти. Подойдет, убьет. Так, подожди-ка. У нас с прошлой серии все правильно стоит, да? Обруч мага и разрушение. Да, нормулься. Так, ладно, тогда продолжаем. Продолжаем пуляться. Просто продолжаем пуляться огнем. Потому что на меч, на физический удар к нему подходить нельзя. Он сразу нас убьет. Да, он маленький. Но яд у него очень такой опасный. Все, убили кое-как. Кое-как мы убили. Блин, сложные противники эти. А еще здесь есть и... какие-то гоблины, какие-то роботы, какие-то шарообразные роботы, какие-то тараканы механические. И все в таком духе. Короче говоря, мы в прошлой серии взяли квест на... найти где-то здесь и какой-то посох. И он находится где-то здесь. Короче, нам нужно добраться до окулатории и там что-то сделать. Что-то найти. Ладно, пошли. Нам идти еще очень далеко. Вот столько еще. Тут постоянно нам встречается всякая нечисть. Всевозможные. Пример вот это вот. Ну, с тобой полегче будет. С тобой будет полегче. Ага, полегче. Я очень верю, что полегче. Ну, ледяная форма помогает немножко. Немножко, но помогает. Главное не это. Так, нет, сделаем по-другому. Третий удар нужно нанести. Так, он упал. Все, отошли, уходим. А, у него там меч отравлен-то. У него ковырялка эта отравлена. Она мне еще урон сверху наносит. Так что просто так от него не уйти.
Так, блин, я забыл же мне это. Я сейчас же поставил вот это вот. Нам нормальную броню нужно поставить сейчас от него. Где она? И все, более-менее, он нам уже сделать ничего не сможет. Ну или сможет, но не так сильно. Ой, все разобрались. Еще одного убили. Так, ну и зелье, лечение, золото. Броня тут есть какая-то. Такая вот хорошая. Правда, сам он ее что-то не носит. Сам он ее не носит, хотя поставлено. Говорит, что он ее носит. Ну-ка, давай посмотрим, что это такое вообще сверху. Вот сейчас я так выгляжу. Вот сейчас у меня броня выглядит так вот. А будет вот так вот. Ну, блин, нормуль. По внешнему виду. Ну, по характеристикам это херня какая-то. 98 и 84. Плюс 14. Так что я возвращаю это тебе обратно. Она тяжелая, и донести ее сложно. Да, я выкинуть это нехорошо будет. Слишком уж дорогая, но там вес тоже много. И с таким же успехом наберу там всяких кастрюлей, также продам. Эффект тот же будет. Так, кстати, мастер. Есть какой-то ящик. Какой-то ящик есть. Давайте его откроем. Мастер, получается, да? Получается мастер. Ну и с какой стороны? Понял. Блин, мастера очень сложно открывать. Очень-очень сложно. Отмычки ломаются вот просто так. Блин. Перезагрузи. Три попытки, и все, и отмычка сломалась. Не, еще раз давай. Там это мастер, это... Вот три от попытки дают. Три попытки. Взлом 38-39. Оказывается, что-то это... Прокачивать могу, да? О, что-то нашли. Что-то нашли. Где-то вот здесь. Не, чуть пониже. Блин, повыше. Ты что, издеваешься? Да, блин, тут точность нужна. Уже пониже. Да, блин, где тут?
Ну и ради чего я там это все открывалось и. Ключ от комнаты с фулта. Сапфир на 400 и кольцо с рубином. Ну и скелет. Лунин Вархан. И все? Ради двух колечек и все? Так, нет, давайте это. Я еще раз попробую. Взломать, может повезет. Так, еще скажи мне, пожалуйста. Может, сколько там это у нас кража? Взлом. Замки уровня новичка значительно легче взломать. Замки уровня ученика значительно легче взломать. Незаметные взламывания. Если от взломанного... Если от взломанного замка существует ключ, вы автоматически получаете его копию. Больше золота. Найти сокровище. Отмычки. Не ломается. Но вот, вот сюда вот дойти, ну тут там бить, кончать долго-долго. Да, отмычки не ломаются. Понял, в обратную сторону. Да блин, только что здесь был. Да блин. Ты что, издеваешься? В какую сторону мне крутить-то? Это этого мастера еще. Да блин, открой мне, пожалуйста. О! Да пожалуйста, отозвалось. Нужно отмычки покупать. Нужно покупать отмычки. А то они у меня уже помаленечку, ну, кончаются уже. А? Вообще маленечко осталось. Мы, кажется, всю прошлую серию по этим местам бегали. Так, делаем ставки. Это бандит, этот гном. Эксперт. Ну, я сохранился еще раз. Нет, это не эксперт. Это не гном. Не гоблин, а херня это. Блин, отвали! Блин. Побудь пока там, хорошо? Я пока тут восстановлюсь. Я пока восстановлюсь. Они очень... плохо убивается.
И самое главное, ледяная форма-то они не это. Они не убиваются. Не замораживаются. Ну-ка, а что тут у нас вообще есть? Кроватка. Всякие кувшинчики. Запчасти. Картинка. Нет, ничего интересного. Одна кроватка. Так, ладно, продолжаем. Сохранились, попробуем молнии цепной. Нет, ни хрена полезного. Попробуй безжалостная сила. Все, молодцы, надо было сразу так сделать. Тупил много. Слишком много затупил. Так, все, сохранились. И пошли дальше. Тихо. Ты один? Двое. Ты двое. Так, давай-ка это. Предметы, одежда. И поставь вот это вот. Так, ну прыгать я могу тут. Все, я понял. Ухожу вниз. И здесь я сохранюсь. Блин, лечение нужно срочно. Пока я тут это... Пробегаюсь. Тут где-то что-то еще ползает. Давай быстрее, а. Ладно, они уже тут уже подошли. Ну, этого мы уже очень много убили. Так, я пробежал. И сохранились. Так, все, ждем. Сохранились, нормуль. Этого мы убили уже. Понял. Я вас понял. Я вас прекрасно понял. Не надо мне два раза объяснять. Так, давай-ка я лучше тебя немножечко... Шаром, что ли, может. Вот так вот. Ой, лечение. Быстрее едут лечение. А почему ты нам бегу-то не смог-то это сделать-то? У него меч, ты знаешь какой.
И все. А, умираем от этого. Ладно. Так, сразу же возьми бутраты. Да блин, я даже на один удар не могу. Один удар даже не могу перенести. Он меня сразу же убивает. Попробуй только этими. Блин, уйди от меня. Блин, как долго заряжается эта херня. Заряжайся побыстрей. Пожалуйста. Недостаточный запас магии. Давай быстрее заряжай. Тебе можно попробовать. Сохранились только заранее. Ой, как много ты меня убиваешь, да? Вот, теперь все нормально. Вот теперь все вылечили. Ладно, там еще один где-то что-то стоит. Делаем ставки, что там может, что-то может быть. И это что за дверь? Это мы вылезем на этот. В следующую локацию, тут туда, куда нам требуется. Слушай, а тебя я обыскал? Где ты, кстати? Пропал куда-то второй. Второй куда-то пропал. Ну-ка, сохранились. Этот лежит, а второй-то... Второго-то нету. Ну ладно. Пойдем посмотрим, что там такое. Ну, кто ты? А-а-а. Я понял. Херня эта большая. Это непростой таракан, а уже усовершенствованный. Ты открыл? Успел. Он там очень большой что-то. Придется очень много стрелять. Все, иди нахрен. Сейчас я только одежду поменяю. На... Вот так вот и вот так вот. Корпус жнец. Да-да-да, я знаю, я понял. Так, да, лучше убежим. Блин, он меня убил. Я забыл сохраниться. Ладно. Не, локация подходящая для битвы. А, не, мы сохранились. Нужно просто его на расстоянии держать.
Так, все, уйди от меня. Сохранились еще раз. Теперь ждем, пока не восстановится. Так, туда побежали. Прыгнули. Не, здесь ты меня не победишь. Я постоянно тебя вижу и постоянно я могу тебя атаковать. Блин, лечение срочно. Сохранились. И продолжаем. Он там застрял. Пускай на... и надеемся, что так она и так и будет. Так, нормуль. Помаленечку сейчас уберем. Осталось там совсем чуть-чуть. Все. Убили. Убили здоровку. Коруса. Ну и что ты там у нас охранял? Рассказывай. Мне очень интересно. Нет, это простая тюрьма. А нет, сундук есть какой-то. И не простой сундук, а с хорошим боевым молотом, дорогой. Урон 72, не. Мой лучший. Просто охренеть, как каким дорогим луком. Гранат есть, золото 50, камень душ пустой. Каменная плоть. Нет, у меня уже такое есть. Так, чай могу выкинуть? Давайте ингредиенты, я зельями тут особо не пользуюсь. Что-нибудь выберу, что-нибудь такое бесполезное. А она тут все бесполезное. Так, что еще есть? Такое, что можно выкинуть. Ну, это можно выкинуть. Потому что молот и лук, они очень дорогие. Наносят 5 единиц урона в течение 4 секунды. Фу! Придумали. Нейтрализуют 20% урона от холода. Огненного урона. Легкая броня, фу, бери. Еще килограмм сбавили. 15 единиц ядом. Ох, блин, что за зелья такие? 1 единица урона у ядом. Я в 90, 80 уроном не могу ему урон снести, а тут 1. Все? Нормуль? Нормуль. Нет, не нормуль. Что-то еще нужно сбросить. Ну-ка, тут сейчас у нас есть такого дешевого. Ну, это, к примеру.
Все, пошли. У нас остался последняя... Осталась последняя локация. Я надеюсь, что последняя. Ну, сохранились, сохранились. Все, пошли. Посмотрим, что там... Что это такое? Блин, вы что опять, а? Так, так. Ледяная форма стоит, стоит. Предметы. Одежда. Поставь броню нормальную. Твою ты... Вот только вот этого нам не хватало, а? Их тут двое, и, блин, Корус это получается, это за них получается, да? Корус за него. Видите, как урон быстро-быстро сносится? Надо как-то, знаете, нужно одновременно и там, и его, и его. Паразити. Ой, как мало. А, блин, я броню забыл. Предметы, одежда. Броня. Все, сохранились. Сначала с тобой разберемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, теперь с тобой что-то нужно здесь сделать. Теперь то же самое с тобой, только давай огненные стрелы. Уйди от меня. Блин. Сейчас погибни. А, погибнули. Так, одежду нужно поменять на магию. И будут рад взять. А что мы с ним сделаем-то? Все, ушли, 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 ушли. Все, еще раз ушли. Так, сохранились. А мы, оказывается, его и таким образом можем завалить. Ладно, пойдет. Еще одного убили. Ладно. Двое. Двое. Трое. Это что еще такое было? Это маг же был, да? Или меня что-то кинули?
Так, не-не-не-не. Я что-то не понимаю, кто меня сейчас убивает. Все, ушли, 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 ушли. Нужно вылечиться. Да, это маг. Это маг. Маг там бегает. Все, ушли, 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 ушли. Два предмета пока... Броню поставим. Все, ушли, ушли, еще ушли сюда вот. Сохранились. Сейчас нам как-то ледяную форму нужно заюзить. Сейчас нам нужно как-то ледяную форму сделать. Чем ты там стреляешь-то там? Я понял, что ты какой-то маг. Целая толпа магов. Блин, только одного. А надо бы всех. Чтобы потом хотя бы выбирать. О, сохранились теперь. Блин, зачем я это? Не сохранился, да? Да, сохранился. Начнем с тобой. Ага. Не, с тобой как-то опасно. Сохранились. Все, ушли, 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 ушли. Все, ушли. Ушли, сохранились. Одного мы уже убили. Это уже немножко радует. Ну а теперь что? Это лучник. Он убьет нас. Блин. Ну, у нас быстро восстановилось. Блин. О, вот что можно сделать. Я забыл про него. Тоже очень, очень полезная вещь. Так, все, работай. Поможешь чем-нибудь. Чем-нибудь, ну, поможешь. Блин, ну... Ладно. Еще раз давай, получается. Так, все, работает пока.
Блин, спрятались, спрятались. Блин. Молодцы. Вот теперь вообще все нормально. Блин, ушли, 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 ушли. Сохранились. Блин, сложненько чуть-чуть. Блин. Еще юзай. Надо сейчас еще одного заюзать, короче. Лишним не будет. И лечение сразу же. У меня жизнь тут на пару секунд только вышел. Вот как с ними воевать, а? Может, огонь поможет как-нибудь? Так, а у меня огня-то нету. Давайте луком. Ну, немножечко, немножко помогает. Не так, чтобы совсем очень сильно. Но все-таки. Вот что-нибудь. Блин, все этого уже нет. Блин. А у меня этот есть. Блин, они тут в разные стороны разошлись. Я туда и туда не успею. Хотя есть шанс. Нужно как-то их одновременно и там у нас совместить. Например, вот так. Тихо! Все, убили. Убили еще одного. А ты у нас получается не такой уж это. Ты у нас какой-то слишком уж сильный какой-то. И у меня здоровье сносится от нахождения. Ну и ладно. Я в любом случае тебя убил. Кое-как, но убил. Ладно, все. Наконец-то. Фокусирующийся кристалл. Нет, не возьмем. Места нету. Посох огненных шаров. Огненный взрыв наносит 50 единиц урона в радиусе 4 метра. Подожженные несут дополнительный урон.
Возьми. Надо посмотреть, как он будет это влиять и на навыки. Так, что мне сейчас выкинуть-то, а? Что у нас бесполезное есть? По цене. Блин, ну тут все такое дорогое, все такое хорошее. Пятнадцать урона. А мой 16 600. Здесь 200. Вот и думай потом, что выкинуть. Ну ладно, выкини это хотя бы. Выкинь. Нет, это не выкидывай. Не выкидывай, 1200 стоит. Это тоже мое. Мое, мое, мое. Выкинь. Выкинь тоже 180. 260, ну. Оставь. Синее одеяние мага тоже 153. Слишком уж дешево. Еще 3 килограмма нужно где-то сбросить. Одноручное оружие. Брось. Это броси. Это тоже броси. А? Все, вроде бегаем. Ну-ка, ну-ка. Давайте теперь посмотрим, что это такое-то. Что за посох? А? Если я правильно понимаю, то он будет на магию качать, да? Ну-ка, сейчас у нас сколько там разрушения? Разрушение у нас на букве Н и. Н-И. Так. Пойдемте туда. Здесь то же самое. Ну и... Этот проход туда. Туда, куда... Туда, куда нам требуется. Сюда, что у нас тут находится? Мастер. Блин, опять что ли, отмычки ломать. Почему тут везде мастера требуется? Хотя внутри особо ничего такого ценного нету. Блин, отмычки нужно покупать где-нибудь. И? Что здесь есть полезного? Сундук. И все? Да, идите вы нахрен. Отмычки дороже стоят, чем это. Блин, я уже сохранился. Ну и... А там у нас что? Ну-ка, ну-ка. Какой-то зал. Там дверь.
Ну, мы уходим вообще в другую сторону. Нам в противоположную нужно. Блин. Тебя тут только не хватало. Ну, давайте посмотрим. Безжалостную силу врубили. Ага, врубили. Нас убили сразу же. Да, бесполезная вещь какая-то против роботов. Против роботов какая-то вещь бесполезная. А, ты мастер? Ну, там это плохо будет. Это реально будет плохо. Давай, вою как-то с ним, окей? Так, нормуль, нормуль. Блин. Нужно сейчас еще одного вызывать. Уже надо. Уже надо. Он просто очень быстрый. Ты где? Здесь. Так, что и там. Так, сохранились. Ну, блин, он очень сильный. Он пипец какой сильный. Уже. Надо было как-нибудь с ним уже разобраться. Я ждал, пока там магия восстановится. Блин. Блин, что так быстро убиваешь его, а? Ты очень быстро с ним разбираешься. Блин, меня уже убивает. Ну и там здоровье все меньше и меньше. Главное главное каруселить, и все хорошо было бы. А, блин. Даже пару ударов не смог. Ну давай, давай, карусель. Каруселим тебе.
Я так долго смогу. Чё, мозги закипели уже, да? Или ты здесь просто проехать не можешь? Не можешь проехать? Нет, не может. Если мог бы, он вот здесь уже... Не, в теории он может. Почти, почти заехал, к примеру. Так, да, загружайся. Все. Одолели. Опять что ли? Я не знаю, что уже может выкинуть. Давайте пустые, бесполезные камни души выкинем. Только небольшие камни души. Мне, наверное, их это... У меня есть даже великий камень души. Два даже. Один даже заполненный. Это очень такое... Фу, выкинь! Че я его ношу-то с собой? Три драконьи кости зачем-то я тут таскаю. Тоже нужно где-нибудь продать и. Так. Ключ от окулатории Мзфулта. Гранат. Золото. Отмычка. Какой-то сердечник. Ну ладно. Цепная молния. У меня магия есть. На это. Так, ладно, теперь пошли туда. Так, не, нам сюда нужно. Так, лечение поддерживаем, точнее, выносливость. На. Можно сказать, что... Все же мы дошли. Мы куда требовали... Куда требовалось, мы дошли. Все, вот она дверь. Я ищу Синод. И зачем тебе Синод, спрашивается? А, теперь это не важно. Гаврос больше не вернется, а он должен был привести кристалл. Без него всему конец. Все пошло прахом. Так что поздравляю. Вот он, Синод, перед тобой. Один я, а вокруг злобные машины и еще более злобные фалмеры. И что такое с этим кристаллом? Первый раз он не сработал. Я пытался сказать Гаврусу, но он не стал слушать. Сказал, нет, не настолько холодно. Ну и я оказался прав, не так ли? Когда мы сюда пришли, фокусировка была совсем неправильная. Искажена из-за холода. Гаврусу пришлось тащить его обратно в Сиродил. Извините. А мы остались здесь отбиваться от проклятущих фалмеров. Так, зачем нужен этот кристалл? Если я найду кристалл, который тебе нужен, ты поможешь мне? Не знаю, какой помощи ты от меня ждешь, но если ты сможешь найти кристалл, я буду очень благодарен. Выполнено. Добраться до акватории. Найти фокусирующий
кристалл. Я ищу посох Магнуса. В самом деле? Что ж, боюсь, я тут ничем тебе не помогу. Чтобы сделать что-то полезное, мне нужен кристалл, а у меня его нет. А зачем он тебе нужен? Это была гениальная идея, честно. По большей части моя, но все почести достались Гам. Но это секрет. Официальное дело Синода. Я не могу об этом говорить. Ладно. Ну и мне в какую сторону сейчас идти? То есть не сюда, а вот сюда, да? В смысле, а там ничего не было, там же просто... Там ничего не было. Че я там упустил-то? Согласно карте, я там что-то упустил. И скорее всего, это тот самый кристалл. Который находится у тебя. А. Так, значит, все-таки тебе надо было взять, да? Ну ладно, окей, я подумал, что придется идти в другую локацию. Нужно придется идти в другую локацию и там что-то искать. А нет, я просто посмотрел на него, подумал, что это за херня опять. И бросил где-нибудь, где-то. Ну, где ты? Я принес, что требуется. Что у нас здесь? Скайрим. То есть это уже выход на улицу уже будет. Гномы, история и культура Дивемеров, вино. Серебряный обруч с сапфиром. Возьми. Что-нибудь выкинем еще раз. Выкинь это. Пожалуйста, скажи мне, что тебе удалось найти кристалл. А тут у нас что за херня-то? Так, ладно, я понимаю, нам потом сюда скажут прийти, да? Ну ладно. Я... Твой кристалл у меня. Да-да-да, я просто там мимо него прошел. Гаврос ушел и дал себя убить, только чтобы позлить меня. Что ж, пока тут бродят фалмеры, я не могу сделать это все в одиночку. Думаю, я все объясню по дороге. Ну пошли быстрей. Важно, что сказал Гаврос. Я первый пошли. Когда я вернусь, совет об этом узнает. Это я придумал использовать эту акулаторию. Не знаю, как ее называли Двемеры. Наверняка как-то совсем непроизносимо. Все наши исследования показывают, что Двемеры стремились проникнуть в природу Божественного. Все эти приборы были сделаны для того, чтобы собирать звездный свет, а затем, точно не знаю, как-то расщеплять его. Это я придумал заменить один из главных элементов нашим фокусирующим кристаллом. На это ушли месяцы наложения чар. Будем надеяться, что в этот раз все сделали правильно. Ничего я, если честно, не понял. Я понял, что они тут собирают какой-то свет из космоса. Переправляют его сюда, в этот шар, и что-то с ним делают. Ну и... Делай, что требуется, и пошли отсюда. Так, где эта херня находится? О, что-то заработало. Так, теперь что от меня требуется? Так, одну херню я нашел. Вот сюда нужно подойти.
смысле? Ну и... А, блин, понял. У нас есть... Сколько? Нам нужно на каждую эту херню получше сделать. Начнем с тебя. Не понял. Нужно тебя туда поместить как-то. А ну помещайся. Или нет? Нет, это как-то... Ну, я понял, что от меня требуется. Каждое из зеркал как-то поместить. Сейчас разберемся. Разберемся, что делать нужно. Нужно как-то внутрь поместить. У нас три этих. Первое, второе, третье. Это крутит эту херню. Вторую. Но на второй ничего нету. Блин, нет, до сих пор ничего не понял. Слышь, может ты настроишь, а? Я что-то как-то не особо понимаю. Ну... Сверху луч падает сюда. Потом он как-то вот... Нет, это не работает. Это так не сработает. Здесь у нас тоже ничего такого не открылось. Блин, ну и... Нам определенно нужно как-то те передвигать. Нужно как-то сфокусировать луч, чтобы он туда упал. Сверху туда. Еще раз. Не, уж далеко нам туда надо как-то. Так, тут у нас, кстати, литература есть. Том заклинаний пламя. Понял, сейчас выкину. Сейчас выкину. Обморожение, происхождение две мерзких замков. Думал сейчас это. Навык повысится. Вопрос о двумерных. История и культура двумерных.
У нас три луча, три зеркала. Первое, второе, третье. Три кнопки. И внизу куча кнопок. Стоп, ну... Больше ничего не двигается. Блин, ну это нечестно. Так, ладно. Кое-что я все-таки узнал. Кое-что, но все-таки я узнал. Оказывается, лучи нам можно сфокусировать каким-то образом обморожением. Каким-то образом. Вот только как это. Как конкретно что-то. Во, смотрите вот. До встречи. Да, все я понял, я все понял. Вот первая, вторая, третья. Так. Крути. Нам нужно вот сюда переместить. Так. Все. Одну херню мы переместили, теперь вторая. Да, блин, что-то не по правилам ездишь, да. Нам туда нужно как-то попасть. Во, еще один. Остался последний. Остался последний. Все. Сфокусировали. Но что это? Это совсем не то, что должно было получиться. Это карта Скайрима. Интерхольд? Это что, попытка сорвать мою работу? Так в чем дело? Что вы наделали? Вы хоть знали, чего мы добиваемся? Ты хочешь убедиться в том, что ваш план сработал, и все наши усилия пошли прахом? Ну так объяснись. Что-то пошло не так. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Ты появляешься здесь, когда наша работа близка к завершению. А я теперь не могу получить никаких результатов. Держишь меня за идиота? Думаешь, я слишком глуп и не понимаю, что и с чем связано? Как тебе это удалось? Посмотри. Он должен гореть ярче ночного неба, но не горит. Ясно, что вы что-то такое сделали. Или у вас там что-то есть в коллегии, не так ли? Что-то очень могущественное. Настолько, что я даже затрудняюсь высказать предположение. Что это? Ты имеешь в виду Око Магнуса? Око Магнуса? Что ж, как интересно. Так, и где мне находится посох Магнуса? Да, посох. Любопытно. Я не могу объяснить подробнее. Это означало бы выдать множество тайн, которые Синод вы...
случалось бывать в планетарии, что в имперском городе? Именно там родилась эта идея. Мы создаем проекцию не только неба, но всего Тамриэля. А затем фокусируем латентные энергопотоки, чтобы наложить их на позиции. Важно то, что наша конечная цель — открыть нам источники огромной магической энергии. Можно по-русски объяснить, а я ничего не понимаю. Империю, разумеется. И все-таки нам открылись только два места. Одно из них — ваша коллегия. Второе? Что ж, это может быть только Лабиринтиан. Итак, маг из Винтерхолда, несмотря на твои усилия, я выиграл у тебя в твою же игру. Даже если это все вранье, я знаю, что у вас есть что-то в Винтерхолде. Что-то, чем очень заинтересуется Совет Синода. Ну и ладно. Иди в Лабиринтиан, ищи свой посох. А я вернусь в Сиродил и представлю свой отчет Совету. Ты еще нас услышишь, уверяю тебя. Явиться к Савасу Арену. Значит, посох Магнуса находится в Лабиринтауне. Ну, да. Я имею в виду, да. Несомненно. Но сейчас это не важно. Потому что я знаю, вы прячете в своей коллегии ничего. Совет об этом узнает. Он выяснит, что вы затеяли. Ну и ладно. Все, где тут выход-то? Мне выходит как я... Не, мы выйдем вот здесь вот. Мы закончили? Ну ладно, все, побежали. Мы узнали, где находится посох. Теперь побежали к нему. Продадим все ненужное и... Все. В смысле, что это такое? В смысле? Возвращайся в свою коллегию. Тебе придется действовать быстро. Прими вызов и узнай, на что ты годишься. Ты на верном пути, и ты победишь. Ну ладно, все, мы выбрались и наконец-то мы выбрались и находимся мы сейчас здесь, хотя как мне казалось. В смысле, а мне чем там еще делать нужно? Мне говорят, туда еще зайти нужно. А че там еще забыл-то? Мне сказали, что все уже. Можешь идти. Чего? Явиться к Савасу. А Савас находится в этом месте? А? Ну-ка. Он находится в Винтерхолде. Что ты мне путаешь? Я быстрым перемещением сейчас возьму и перейдусь. Есть такая магия. Быстрое перемещение. Телепорт называется. Если в месте, где ты был... Можешь переместиться. А ты видишь, какой уж хитрый. Хотел меня еще раз по зданию нее, чтобы я пробежался. Ну уж нет уж, извините. Я так дойду.
Блин. Нет, давайте перед тем, как мы здесь начнем, скажем, что так, да, так вот, да так вот, что посох находится там, вот. Давайте все ненужные вещи возьмем и продадим. Так, это кто у нас? Это у нас бухальня. Это у нас длинный дом Ярла. А где торговля? Товарный, мирный. На, здорово. Я кручу побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. Так, ты мне можешь, получается, только одежду продать, да? Ладно. Да немного того, немного всего. Начнем с драконьих, там, этого. Они самые тяжелые и места очень много занимают. И драконья чешуя также. Да, там маленечко все лишь нормуль. Все. Мы уже вон он сколько уже места освободили. Так, теперь что? Ну, в теории сейчас надо зайти в Вайтран и там все продать. Что мы и сделаем. Сначала нужно все продать. У нас тогда денег будет много больше. Че это? А? Кого-то там кто-то проник. Вампир какой-то. Где он? Все. Добивайте его. Он уже убегает. Ну дай пройти, пожалуйста. Все, убили. Где он, кстати, лежит? Вот он. Аметист, золото, рубин. Ну продай, все равно сейчас буду рядом идти. Скину. Так. Торговец. Подожди, он закрытый, да? Ничего, подождем. Еще жди. Еще. Лучше держись. А? Все, заходим. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. Так, здорово. Да, немного того, немного всего. Так, продать нужно раз. Че у нас? Молот этот. Урон 72.
способ огненных шаров. Тоже мне что-то попробовал, не понравилось. И эльфийский лук. Нет, у тебя уже все, уже у тебя не хватает. Вампирскую броню продай. Это надо другому продавать, другому. Мне надо что-то по весу побольше. Ладно. Но у тебя что есть полезного? Мало берег пламя. Фу. Плоховато как-то у тебя. Череп тролля продаешь, да? Зачем-то. Так, где еще можно что-нибудь продать? Где-нибудь. Можно в Solitude зайти? Нет, давайте в Riverwood. Нужно все продать сейчас. Вообще, Ривервуд даже ничего для нордской деревеньки, конечно. Спасибо тебе большое. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Так. Нужно эльфийский лук продать. Из одежды. Золотое ожерелье с бриллиантом. Не, самое тяжелое сейчас нужно продавать, а вес тут 2. Так, продать. Блин, ничего не может уже, да? Все, закончились у тебя деньги. На оружие. Ничего нету. Ну ладно. До встречи. Я попробовал хотя бы. Не продал там, конечно, да там другую вещицу, но все-таки. Так, 208, да, получается, весу. Ну ладно, пойдет. Все, пошли в Винтерхольты. Тут что происходит еще? Похоже на охранные чары, но кто их наводит? Анкана? Как? Мне все равно, что это такое. Убрать сейчас же. Я хочу знать, что он там делает. Может, я попробую, а?
Че-нибудь посерьезней. Нет, ни хрена. Что-то там происходит. Не знаю, что он там делает, но это ему с рук не сойдет. Ну, я, к примеру, знаю, где найти посох. Отлично. Я бы предложил немедленно отправиться с Анкана каким-то образом заперся в зале. Он что-то задумал. Я, поможешь нам открыть дверь? Мы уже все на ней испробовали. Ага, ладно, окей, искры. Сейчас надену только. Так, где это тут? Вот она. И вот так вот. Не два, не, не. Не знаю, что он там делает, но это ему срок. Сейчас не время. Не знаю, что творится. Все. Пробили. Ты что делаешь? Можешь меня сейчас быстренько отрубить, а? Голову. У меня секира есть подходящая. Только скажи. Ты в порядке? Идти можешь? Вставай на ноги. У нас тут беда. Анкана что-то делает с этим оком. Я не видела Саваса после взрыва. Должно быть, его отбросило. Возможно, он ранен. Найди архимага как можно быстрее. Беги. Со мной все будет хорошо. Мне нужно. Блин, что-то происходит. Найди Саваса. Чем мне сейчас делать нужно? Я что-то пропустил. Анкана что-то сотворил соком. И теперь сфера выглядит выделяет огромный поток энергии, ставя под угрозу все вокруг. Нужно найти архимага и обеспечить его безопасность. Ладно, побежали. Я найду, кто это сделал. Ты в порядке? Что там случилось? Во имя девяти. Значит, он за это в ответе. Но это еще не все. Что-то случилось в Винтерхолде. Видимо, тоже работа Анкана. Живо, поторапливайся. Я найду Мирабеллу, и мы попробуем. Блин, что там постоянно что-то случилось? Теперь в самом городе что-то случилось. Что происходит? Что происходит? Что там случилось? Что значит, возможно, Винтерхолд в опасности? Пошли, надо что-то делать. И подожди-ка, дай-ка. Только думай, где и как применять мою науку. Ну, давай поучимся чуть-чуть. Навык немного повысим. О, все, нормуль. До 47 уже повысили. Так, новый уровень получился. Давай-ка на магию. Да, на магию лучше. Ну и теперь куда можем потратить? Так, здесь там 50 требует. Здесь от нас требует 50 ровно. Мастер рун. Блин, здесь особо ничего такого и нету. Ну-ка, на разрушение, ой, на
Двуручным оружием что-нибудь будет? Цены при покупке и продаже выгоднее на 10%. То есть не 100 будет стоить, а 110 уже, да? Но она очень медленно качается. Блин, навыков вообще мало-мало. Блин, даже не знаю, что там, что можно поставить ей. Здесь 60 требуется. Адеп тоже 50. Восстановление, что тут есть? Все заклинания более эффективны против нежити. А это что-то, что такое? Две руки уже. Обереги при ударе. По ним заклинанием подпитывает вашу магию. Тоже как-то неинтересно. Блин, разрушений ничего такого нету. Ни повышения урона, ничего нету. Блин, тут, короче, тут ничего нету. Так, тяжелая броня. 60 требует. При бою без оружия. Урон от падения. Надетая тяжелая броня ничего не весит и не замедляет ваше движение. Ну, блин, давайте это качать хотя бы. Требует все лишь там сколько? 14 уровней. А тут у нас что? Полный комплект тяжелых брони. Такие как шлем, кираса, то есть броня основная. Перчатки, что у нас есть, сапоги. Ну, у нас есть такое. Но это однотипное уже. Ну, рукопашкой я особо не пользуюсь. Вы теряете равновесие на 50% реже. Бля, одна херня какая-то. Одна какая-то херня. При бою без оружия тяжелые перчатки наносят дополнительный урон. Нам это нахрен не нужно. Броня издает им 50% меньше шума.
Так, а тут у нас что? Скрытые атаки. Стрелковые атаки. Кинжалами. Одноручные луки и кинжалы. Блин, можно это попробовать. Броня издает на меньше шума. Так, ладно, пошли. Что это в городе происходит, нам нужно узнать. Блин, я же говорил ему там. На это что еще за херня-то? Магическая аномалия. Понял. Магия против магии. А еще лучше. Цепная молния. А, они работают. Что это за херня-то вылезла? Блин, что за херня-то? Да, не показалось. Что-то вылезло. Ладно, попробуем по-другому. Попробуем шаром долбануть. Так, сохранились. Что-то ничего не получается. Ничего, что-то не получается. Так, может попробовать этим? Ну блин, что-то их как-то многовато, и как-то они им урон какой-то ни на какой не наносится. Это нам им особо ничего не делает. Это им тоже ничего. Ну-ка, чем ты убьешь? Ты их вообще кулаками. Блин, я не знаю. Что еще можно придумать? И я их так хрен убью там этим секирой-то. Не, они очень быстро убивают. А
Раз, два, три, и все, меня нет уже. Поодиночке они, да, они слабоваты чуть-чуть. Блин, просто махает тут топором своим. Просто махает топором, ничего не происходит. Какой-то урон наносится одновременно всем. Блин, что-то как-то неинтересно. Может, пламень попробовать? Ну, я не знаю. Это, блин, вот как с ними сейчас воевать-то? Так, лечение. Быстро. Быстро там урон сносится, если это. Есть еще и дополнительный большой урон. Блин, убежали пока и вылечились. Блин, прям за мной идут. Блин, уходим. Немножечко я понял, как с ними воевать. Просто бьем и бьем. Не за урон, не главное, нет. Все, просто бьем и бьем. Если мало здоровья, просто отошли. Помаленечку, и все будет хорошо. Уже вон сколько урона снесли. Сохранились. Сейчас одна будет уже готова.
Блин. Успели отойти уже. Ну блин, одну мы почти добили. Осталось там только совсем чуть-чуть. Там где-то. Блин, уходим. Все, отошли, молодцы. Еще раз. Ну, блин, затолкали все-таки. Ну-ка, давай попробуем это сейчас. Шаром его бомбануть. Добить просто. Где ты? Эш, ты же правильно. Да, это ты у нас. Блин, постоянно куда-то уходит. Так. Блин, уходим, не успели. Блин, где мы сохранились-то сейчас? Ну, здесь сохранились. Все, ушли. Немножечко дали урона. Все, ушли. А, блин, в той стороне что-то еще летает, да? Ну-ка. В ту сторону что-то улетело. Да, вот еще три штуковины. Так, два быстро шар какой-нибудь. Блин, она... Все. Одну убили. Кое-как.
Одну убили. Все, ушли от нее. Все, еще одна готова. Не нормуль уже. А это там этот повышал. Так, ладно, две уже готовы. Осталось 3 минуты до 2 часов, и мы серию закончили. Так что давайте. За эти 3 минуты мы должны максимум сделать. О, еще одну убили. Блин, зайди, пожалуйста. Они сюда залететь... Нет, они сюда залететь могут. Блин, опасные херни какие-то. Вообще опасные. Все, уйти нужно, срочно уйти. Блин, а уйти-то некуда. Уходить-то. Да, блин, ну че издеваетесь-то так, а? Уже столько убило и все. Ну их тут осталось мало уже. Сохранились. Блин, одновременно, когда они атакуют, это вообще как-то неприятно. Все, уходим на лечение. За мной идут. Не очень сложные какие-то. И все идут со мной что-то.
Все, ушли, ушли, ушли. У нас здоровье уже уходит. Все, ушли, 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 ушли. Блин, сейчас погибну уже. Не, нормуль, нормуль, все. Еще живем. Блин, у нас уже все, уже время вышло. Ну ладно, давайте вот эту херню убьем. Вот эту вот. И все уже. Блин, да не уходи ты от меня, а. Блин, они еще напоследок еще улетают, еще хотят. Еще улетают. Все, блин, ну... Сволочи какие, а. Все. Вот так с ними нужно воевать. Осталось еще 6. Но это уже не так уж страшно. Это уже, ну, не так это. То есть до битки надо просто накопить силы. Крикнуть. И добить в 2 удара. Ладно. Вот так сделаем. В следующей серии мы уже продолжим их бить. Так, ладно, все. Ну, что мы сегодня сделали? Ну, мы узнали, где находится посох. Раз. Мы узнали, что тот... что Анкано... Как я и думал, тот еще мудак. Ну и на город напали какие-то призраки. 10 призраков, и... И я их помаленечку убиваю. 4 уже убили. И еще половину там здоровья там у многих унес. Ладно, все, давайте на этом мы и закончим уже. Все же. С вами был Виктор, всем пока.